Дзякуючы пільнасці грамадзяніна ўдалося папярэдзіць бяду, у міліцыю звярнуўся гродзенец, які расказаў, што бачыў, як невядомы мужчына прыставаў да дзяўчынкі. На месца неадкладна выехалі міліцыянеры і затрымалі падазронага. Па факце следчымі пачата крымінальная справа. Санкцыі адпаведнага артыкула прадугледжваюць да 15 гадоў пазбаўлення волі. Оперативникам в сфере нрава Гродничины за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней задержан 41-летний житель областного центра. Установлено, фигурант приставал к ребенку прямо во дворе многоэтажного жилого дома. Он вызвался помочь двум 10-летним девочкам строить шалаш. Под видом игры злоумышленник и совершил преступные действия. Один из прохожих стал свидетелем произошедшего и сообщил в милицию. Ранее задержанный в поле зрения правоохранительный за подобные действия не попадал, однако был ранее неоднократно судим. Напоминаем родителям о необходимости ответственно относиться к безопасности своих детей. При подозрении в совершении преступления немедленно сообщить об этом в милицию.